Я рад приветствовать всех, кто заглянул на канал. И опять же Blender 2.8. Давайте посмотрим, как здесь быстренько можно сделать пивную крышку. Опять же делаю по-своему, не так как в роликах. И посмотрим, что получится. Ну, типа эксперимента. И заодно посмотрим, что такое модификаторы, как они помогут в этом. Так, щелчок левой кнопкой мыши. Delete на клавиатуре. И сейчас я поставлю опять видимость клавиш на N панели. Клавиша N вот здесь в боку, вы можете видеть, что я нажимаю. Следом заходим в Add, нажимаем Mesh, нажимаем план. Под колесико крутим, смотрим, как что тут приблизилось. Заходим в модификаторы, находим Add модификаторы и Array. Вот в эту сторону план расширился. Теперь Array удаляем, примечаем, где это все было. Вот так это все устанавливаем. Можно на Numpad нажимать. Numpad — это клавиши, как клавиатура сбоку, под правой рукой на ноутбуке или на клавиатуре. Так, заходим, теперь жмем табуляцию. Нажимаем теперь щелчок левой кнопкой мыши и находим Loop Cut. Ставим пару лупов, 3 точно. Переключаемся на Select Box, щелчок снимаем выделение, колесиком крутим, стоит на вершинах, выделяем вот эту вершину и теперь берем именно транспоз, и транспозом можно вот это все дело чуть-чуть приподнять. Сильно тоже не надо, ну где-то вот так вот. Так, следом опять выравниваем зажатым колесиком, Select Box. Находим Add модификаторы Array, нажимаем. И теперь смотрим, чтобы все тут было четко, ровно. Вот таким вот образом. Count добавляем, ставим 24. Поставим 24, жмем Enter. Получается у нас вот такая полоса удлинилась. И теперь включаем Merge. Включаем, если надо, вот эту функцию Contents, и по X регулируем вот это вот сближение. Но пока нам это не надо. Так, зажимаем вот здесь, вот нажимаем, сворачиваем все это дело, чтобы не мешало. И заходим в табуляцию, жмем в Object Mode, заходим в Add, нажимаем Curve, находим Circle, жмем S, английскую, все это дело прибавляем. Где-то вот так. И немножко можно это все дело приподнять. Вот так вот. Следом отключаем Transpose Select Box. Нажимаем на модель вот эту. И заходим опять же в Add модификаторы. И нажимаем Curve. Высвечивается вот такое окошко с курвами настройки. Здесь жмем Bezier Circle. Вот так все это дело установилось. Жмем Ctrl-Z. И немножко вот это дело транспозом все перекрутим за красную вот эту. Вот так. И немножко отведем где-то вот сюда. Жмем Bezier Circle. Получается вот такая штука, маловато. Жмем Ctrl-Z. Отведем еще немножко подальше. Опять жмем Bezier Circle. Вот так все это дело вышло. Select Box. Отключаем Transpose. И посмотрим вот по этим вот настройкам. Включаем третью вот здесь вот клавишу. Нажимаем на вот это кольцо. И жмем S. И посмотрим, если оно не поделится, будем уже подгонять. Так, а оно не делится. Жмем Ctrl-Z, Ctrl-Z и переключимся, отключим тогда вот эту штукенцию и нажмем S. Посмотрим, надо, чтобы она именно разделилась. Покрутим, повертим, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Опять же включим Bezier Circle. И попробуем вот эту включить клавишу, а эту отключить. Жмем опять же S.
закрутка идет. Включаем опять вот эту штуку, жмем S и посмотрим. Переключений никаких. Опять же включаем вот это дело, отключаем, жмем S и надо, чтобы ее именно разорвало. Опять же на эту переключимся и попробуем покрутить. Вот разорвался круг. Замыкаем. И немножко S еще нажмем. Попробуем чуть-чуть поближе сдвинуть. Вот так. Вот. Щелчок левой кнопкой мыши. Все вроде нормально. Теперь применяем все вот эти модификаторы именно с верхнего. Открываем. Жмем Apple. И жмем здесь тоже Apple. Теперь щелчок по верхнему вот этому кругу, жмем Delete на клавиатуре, выделяем вот эту вот заготовку и переключаемся с помощью Tab в Edit Mode. Снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши, включена именно вершины. Нажимаем вот так на одну вершину, зажатым шифтом на вторую, нажимаем Alt M. Alt-центр, соединяем. И давайте нижнюю тоже так же. Щелчок, выделяем, Shift, вторую вершину выделяем, жмем Alt-M, Alt-центр. Все, это дело мы соединили. Переключаемся на ребра. Теперь Shift-Alt, выделяем верхние ребра, вот эти по кругу. Жмем E. Чуть-чуть приподнимаем, опять жмем E, чуть-чуть приподнимаем, нажимаем S, немножко вот так вот сводим, жмем G, немножко можно приподнять, опять же жмем E, жмем S, вот так вот. И опять же жмем E, следом S. Вот таким вот образом. Опять же E, S. И жмем английскую F. Ну вот что-то в таком духе. Теперь снимаем выделение. Жмем Shift, Alt. Выделяем вот это ребро. И можно немножко транспозом все это дело вот так вот приподнять и немножко S вот так вот округлить. Жмем Ctrl-Z. Транспоз убираем, Select Box, жмем S и немножко округляем. Вот так все это дело получилось. Теперь нужно выделить нижнюю часть вот эту. Жмем, так, снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. Shift, Alt. Выделяем нижние вот эти ребра. И немножко нажмем S. Вот так вот. И немножко можно даже, так, смотрим по расстоянию. Можно транспозом немножко все это дело даже приподнять. Вот так вот. Переходим в табуляцию именно Object Mode. И давайте поиграем теперь немножко модификаторами. Add модификатор Subdivision Surface. Немножко подождем. Вот так все дело это глаже стало. Добавим еще до двоечки и зайдем в Object, именно в Object Mode есть вот эта клавиша Object, и найдем Shade Smooth. Все это сгладим. Зайдем теперь в Edit Mode. Вот такая получилась крышка.
прикольная. Можно еще даже добавить здесь лупов. Вот здесь что-то луп повело. Его можно немножко тоже подкорректировать. Нажать на него Shift. И немножко вытянуть. И немножко припустить. И немножко подправить вот так вот. Все, это дело выровнено. Тут еще немножко есть скосов. Выделяем вершины. Теперь переключаемся на вершины. Щелчок снимаем. И немножко вот так вот все это дело. Нажимаем G. Английскую. И подправить. Вот так вот. Вот такая получилась крышка. Все, всем пока, до свидания.